Брестский государственный технический университет – один из лучших вузов страны, место старта больших возможностей. Об этом и о многом другом на профориентационной встрече с лицеистами Брестского областного лицея имени Машерова рассказали ректор вуза Александр Баханович и ответственный секретарь приемной комиссии университета Наталья Винник. Уже много лет лицеисты входят в число абитуриентов технического университета. Пока не было соглашения, каждый раз надо было встречаться, надо было договариваться. Значит, надо было организовывать эти мероприятия. Теперь вот эти вот, скажем так, барьеры какие-то там организационные, бюрократические объяснят. То есть мы можем напрямую кафедра работать с классом. Значит, наш преподаватель может теперь запросто приезжать сюда и работать с ребятами, скажем, заниматься подготовкой их к олимпиадам и так далее. Ребята-лицеисты могут запросто приезжать и участвовать в наших мероприятиях, тех же спортивных, тех же творческих и так далее. Подавать свои заявки совместно, скажем, с нашими студентами на какие-то научно-исследовательские работы и конкурсы. То есть мы вот долго к этому шли. Сегодня мы сняли все эти барьеры и показали всем вот этот путь. Основа сотрудничества заключается в том, чтобы дать лицеистам вдохнуть воздух студенческой жизни и учебы, понять заранее, что именно им близко и интересно. Ведь ни для кого не секрет, что многие подростки, принимая решение поступать в вуз, делают это не совсем осознанно. В чем мы заинтересованы? Мы как лицей, мы безусловно заинтересованы в том, чтобы наши дети уже сейчас на стадии обучения в лицее имели возможность работать, взаимодействовать с преподавателями технического университета, имели возможность посещать лаборатории технического университета, то есть получать тот опыт, те знания, которые, безусловно, пригодятся при получении высшего образования. И в этом смысле наше партнерство с техническим университетом, оно естественно. Это и географическая близость, это те традиции, которые были заложены давно, сотрудничество, и сейчас просто мы это оформили соглашением, которое позволит нам систематически и целенаправленно взаимодействовать. Красивой финальной точкой встречи стало подписание документа о сотрудничестве. Это важный шаг в интеграции различных уровней образования. Если ранее около 10% выпускников областного лицея становились студентами Брестского государственного технического университета, то, будем надеяться, дальше это число будет расти в геометрической прогрессии. А в ближайшее время к соглашению будет подписана рабочая программа по организации тесного взаимодействия лицеистов, студентов, учителей и профессорско-педагогического состава вуза.